«Пармалет», раньше он назывался «Торпеда». Встречались мы очень давно. Началось с его с начальной истории. Мне всегда нравился город. Сейчас у команды очень амбициозные задачи. Я надеюсь помочь по-максимальному, чтобы команда добилась больших результатов. Самое главное – радовать болельщиков. Стараться в каждой игре, и результат не заставит себя ждать. А то, что я перешел в эту команду, потому что есть определенные амбиции, определенные задачи. И я всегда был в командах, и меня так воспитали, что нужно всегда добиваться максимального результата. Многих ребят я знаю, с некоторыми играл, с некоторыми против, с некоторыми в одной команде. Прекрасная атмосфера, прекрасные ребята, я их знаю давно. Против друг друга играли, давно играли, знаю тренера, знаю его, так сказать, его тактику, что он просит от футболистов. Конечно, это еще предстоит много работы, но я думаю, наработаемся.